Сколько же химии в составе у магазинных соусов? Обороты упаковки смотреть страшно. Лучше их не покупать, но тогда нужна альтернатива. Для этого необходимо выбрать правильный рецепт, например, этот. Я подскажу вам, как приготовить домашний кетчуп. Он будет на основе спелых помидоров и лука с различными специями. В меру острый вкус дополнит множество горячих блюд. С ним сочетается любой добротный кусок мяса, жареная картошка и спагетти. Для эксперимента добавьте в состав чеснок и перец чили. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Помидоры и лук пропустите через мясорубку. В большой кастрюле соедините все специи, соль, уксус и сахар. Затем влейте помидорную массу, варите ее на медленном огне в течение 4 часов, иногда мешая. После этого из кетчупа достаньте лавровый лист, подготовьте стерилизованные банки с крышками. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Разлейте кетчуп по банкам, когда он остынет, можете пробовать, приятной дегустации. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Необходимые ингредиенты. Помидор 4 кг, уксус 6%, 150 мл, репчатый лук 6 штук, лавровый лист 4 штуки, сахар 2 стакана, соль 3 столовые ложки, паприка 2 столовые ложки, перец красный молотый 0,5-1 столовые ложки, корица 1 чайная ложка, гвоздика 0,5 чайных ложки, количество порций 20. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся!